Я приглашаю на сцену для приветственного слова профессора, доктора технических наук, ректора Нижегородского государственного технического университета имени Ростислава Евгеньевича Алексеева Дмитрия Сергеева Михайловича. Дорогой Григорий Алексеевич, уважаемые коллеги, друзья, дорогие первокурсники, позвольте при лица руководства Нижегородского государственного технического университета поздравить вас с началом учебного года, с нашим праздником Днем Знаний. Президент Российской Федерации, правительство России уделяет большое внимание в последнее время развитию инженерного образования. Мы видим это на наших глазах, так сказать, это государственное регулирование в области образования. И я считаю, что вы сделали правильный выбор, что в этом году поступили в один из лучших технических университетов Приволжского федерального округа. Дорогие друзья, совсем недавно, 4 месяца назад, мы открывали уникальную лабораторию, лабораторию мирового уровня, лабораторию криогенной наноэлектроники, и могу доложить, что буквально 2-2 недели назад наш Нижегородский технический университет стал победителем в открытом конкурсе, который проводит Министерство образования по развитию инновационной инфраструктуры вуза. Значит, на 2 года нам выделено 90 миллионов рублей, которые пойдут на закупку современного уникального оборудования, на котором будут проводиться научные работы и на котором будете работать вы, наши студенты. При этом, да, вообще-то можно поаплодировать нам, дорогие коллеги, это было непросто. При этом будет создано 5 инновационных центров, которые будут работать в нашем университете. И говоря о студенчестве, могу сказать, что совсем вот сегодня было опубликовано, что стипендии студентов подняты на 9%. А вот руководство Нижегородского технического университета выполнило свои обещания, которые мы давали вам тогда еще абитуриентам, и мы повысили стипендию для тех абитуриентов, а нынешних уже студентов первого курса, которые поступили к нам по олимпиадам, и студенты, которые имеют средний балл по ЕГЭ более 75 по каждому профилирующему предмету. Я позавчера подписал приказ о назначении на стипендию более 130 студентам первого курса. Поздравляю вас, дорогие друзья, с нашим праздником. Считаю, что вы должны достойно влиться в ряды студентов Нижегородского технического университета и достойно нести те традиции политехников, которые на протяжении десятилетий, а на будущий год, кстати, нам исполняется 95 лет, несли и несут наши студенты. И должны помнить, что политех лучше всех. Ура!